Ну что, Алла, в Россию захотела? Ты вначале заслужи Россию и достойное отношение людей. Вчерашние слова Надежды Бабкиной по отношению к Алле Пугачевой буквально взорвали российский интернет. Совсем недавно Надежда Георгиевна и Алла Борисовна были в хороших отношениях. Однако недавние события в стране все в корне изменили. Сегодня утром Надежда Бабкина, не стесняясь в выражениях, буквально разнесла Аллу Пугачеву. Я вообще не могу понять, как можно всю жизнь кормиться Россией, а потом взять и в тяжелый момент уехать из страны, говорит Надежда Бабкина. Человек долгое время делает интеллектуальный вклад в страну, но в острой ситуации у него внутри что-то дрогнуло, а у меня вот не дрогнуло, поэтому каждый человек в данной истории несет ответственность за свои деяния. Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы на свою родину, посетовала по этому поводу 72-летняя Надежда Бабкина. Однако Алла Пугачева тоже не осталась в долгу и резонно ответила народной артистке. «Надежда, перестань читать мои регалии. Все, чего я добилась, это только моя заслуга. А в какой стране я живу, это мое личное дело. Я люблю Израиль и хочу остаться здесь навсегда». Однако здесь Пугачева немного кривит душой. Однако прессе удалось установить, что Алла Пугачева гонит в Россию отсутствие заработка за рубежом. Надежда Бабкина также с горечью отметила, что за 20 лет совместной дружбы так и не узнала Аллу Пугачеву до конца. «Алла всегда мне казалась настоящей искренней русской бой-бабой, которая обожает свой народ и ценит правительство. Увы, я разочарована», — говорит Надежда Георгиевна. Также Бабкина отметила, что даже если Пугачева вернется в Россию, то старой дружбе конец. Она не собирается выходить с ней на одну музыкальную сцену. «Горько осознавать, что ты разочаровался не просто в человеке, а в своей старой подруге. А когда тебе 72 года, обида и разочарование становятся только сильнее», констатирует Надежда Георгиевна. В заключение Надежда Бабкина заявила, что если Пугачева и вернется в Россию, народ ее обратно уже не примет. Люди ей просто не простят, как она повела себя в тяжелый момент по отношению к родному народу.